Друзья, всем огромный привет! Сегодня у меня такой крайний полноценный день на море, поэтому начинаем наш новый влог. Ух ты! Вот сегодня такое у нас море. Сейчас 6:50 утра, я пришла. Похоже, погода налаживается. Хотя, по сути дела, оно то туда, то сюда крутит, но какая разница? И люди загорают, ну, кто выходит. Так, что касается медуз, спрашивают. Медуз нет. Водорослей? Ну, я их уже не вижу. Ну, вот эти вот чуть-чуть что-то тут лежат. А так вообще в море уже водорослей нет. Ну, может, где-то и попадется, но не так, как было вообще. Я завтра уже буду утром сдавать номер и собираться домой. Куча планов. Хочу приехать домой, разобрать весь свой гардероб, посмотреть, что ношу, что не ношу, что уже кому-то отдать. Ну, там есть кому я отдаю, поэтому будем разбираться с вами, ну, кому интересно. Вот так вот бывает, заканчивается отдых, пролетает все, как приезжаешь, думаешь, о, столько дней. А оно как по щелчку так, та-дам, и пора домой. Честно говоря, и хочется, и не хочется, но сейчас уже больше как и хочется. Наверное, потому что отдыхаю одна. Сейчас 7:15 утра, только что глянула время, а то ж контролирую завтрак, девчонки, мальчишки. И я так понимаю, сегодня будет очень жарко, потому что уже сейчас, почему я говорю 7:15, вот чувствую, как припекается что-то такое. Ну, когда я те утро выходила раньше, вот вчера, позавчера, было как-то, ну, свежо. А сейчас такое ощущение, и вода, вот я хожу сейчас, ау, по воде, водичка такая теплая-теплая. Поэтому сегодня, наверное, будет очень жарко. Хотя посмотрим, что там дальше будет. С утра, а на пляже уже движуха, кто-то даже вот купается. Так что все нормально. Я просто смотрю с той стороны, как то ли тучки заходят, то ли непонятно. Да, короче, какая разница? Я завтра еду домой. Сейчас зашла на базу отдыха. Ну да, действительно, какие-то такие тучки. То ли они сюда несутся, то ли они туда несутся. Посмотрим. Вчера так приятно было. Иду на пляже, и ко мне два раза подходили люди и говорили, что они смотрели мой канал и приехали сюда отдыхать. Ёлки-палки, знаете, что, ну не хочется, чтобы это выглядело как реклама. Я потом думаю, ёлки-палки, ну вообще не реклама, вообще. Потому что я просто показываю, где мы отдыхаем. Есть и много, я так думаю, что есть много других как бы баз отдыха, которые тоже хорошие. Просто нужно мониторить, нужно смотреть. И как-то, знаете,
и какая-то такая ответственность, то, что ты советуешь. Ну, хотя я не советовала, я просто делилась и делюсь частью своей жизни, где я отдыхаю, как я отдыхаю. А получилось как-то так. Я спросила, иду проведать улиток. Вот мне все непонятно, а вот чего они в своей траве не живут? О, почему вот нужно вылазить именно на тротуарах, где тебя могут раздавить? Объясни мне, животное. Ладно, я подошла, а она раз сразу голову сунула. Вылазь давай. На тебя знаешь, сколько людей смотрит? Ты, наверное, стесняешься. Да? Боже мой, я еще с улитками не разговаривала. Скажи привет. Всем передай привет тем, кто смотрит канал Татьяна Лайф Влог. Привет вам, товарищи. О боги. Ну. Мне вас так жалко, если, не дай бог, кто-то случайно наступит. На велике будут ехать. А вы вот тут вот повылазили. Так вот, почему я завела эту тему, что выглядит как реклама. Нет, мои хорошие, ну не реклама. Но немножко испортилось настроение тем, что молодая пара такая замечательная. Хорошего вам отдыха. Те, которые уже вечером меня видели, не днем на пляже, а те, которые вечером. Они говорят, мы вот за столовую, они питаются в другом зале, говорят, ну там не то, что вы показывали. Там, если позже пришел, то уже чего-то не хватил. И, честно говоря, вот неловко. Я не знаю, смотрит ли меня там, не знаю, кто-то с базы отдыха Приморская Галатея. Вот, честно говоря, я чувствовала себя неловко, не знаю почему. А говорю честно, я всегда говорю честно то, что есть. Поэтому, а вообще, ребят, приходите пораньше, занимайте очередь. Не, ну а что делать? Ребят, вот если вы меня еще смотрите, те, которые говорили за столовую, я просто забыла, в каком вы сказали зале питаетесь. Вот я питаюсь в летнем зале. То, ну, то, что есть, то и показываю. Отдельно мне вообще ничего не дают. А напишите, в каком зале вы питаетесь. Думаю, заодно, смотрите, как, ну, красиво. А еще мне были написали, что как ты во всем видишь хорошее. Ну, а что, а как его не заметить? Оно ж столько красивого ряда, мы просто иногда зацикливаемся на каком-то негативе. А его надо фильтровать, потому что это наша жизнь, и надо от нее кайфовать. Ну что, позавтракали, сейчас иду на пляж, посмотрим, какая температура водички, воздуха, и будем отдыхать. Так, вода 23, походу она не меняется, а вот температура воздуха уже сегодня в тени. 25-26 градусов. Так что нагревается море и воздух. Кстати, меня просили показать обзор пляжа. Ну, это я сделаю отдельное видео. Завтра вы его увидите. А сегодня у нас немножко другое по плану. Вышла на пляж. 8:44. Вот такое вот море. Ну что, пойдем с вами купаться вместе? О-о-о. Хорошая водичка. Водоросли, кстати, есть. Или это старые, не знаю, передаст камера или нет, потому что когда снимаешь на солнце, то экран, ой, не видно. Фу-фу. Класс. Не, хорошая, приятная водичка. Погода, походу, налаживается на море. Хорошо. О-хо. Ух
скупалась, пришла на шезлонг, села. Знаете, такое ощущение, что сегодня будет такое пекло-пекло. Ну, я не особо такое люблю. Но так слышно, вот в это время уже сильно так припекает солнышко. Сейчас 10 часов утра, на пляже уже так жарко. Хочу сходить в корпус, посмотреть телек, потому что ну нереально жарко. Людей много подъезжает, и погода наладилась, и людей на пляже значительно увеличилось. Походу сезон начинается. Мои хорошие, зашла я в номер. Знаете, что хочу вам сказать по поводу отдыха? Мне нереально круто повезло. Почему? Потому что погода была настолько разной. Не было однообразия и не было скучно по этому поводу. Потому что каждый новый день это была какая-то новая погода. Безумно понравился. Я не знаю, сейчас, возможно, вы так улыбнетесь и скажете: чудит Таня без баяна. Но я буду говорить честно, мне безумно понравилась погода в тот день, когда был сильный шторм, дождь, и волны шли так сильно, я об этом показывала. И я так подумала, если бы все время была такая жаркая, спокойная погода, как сейчас. Ну, тупо лежала бы на солнце, пеклась как рак. Ну, покупалась, но опять пеклась. Потом ночью бы лежала и не знала, как перевернуться, потому что и там печет, и там болит. Ну, это сугубо мое мнение. Сейчас очень много приезжает людей. Хотя сегодня суббота, 19 июня, и, возможно, на выходные, тем более 3 дня праздники, ну, Троица, и поэтому понедельник выходной, может быть, люди там с ближайших районов, там Запорожье, Мелитополь, ну я не знаю, это я так думаю, начинают подъезжать, людей на пляже нереально много. И сегодня у нас пенная дискотека, да-да.